Вот он играет как пианист, понимаешь? Это не слышал. Смотри. Себя. А вот как бы басист сыграл? Смотри. Когда на басу играешь, там басист настоит, потому что когда вот это. Не звучит здесь этот, понимаешь, он когда еще делался, басист говорит, блин, вот так, видишь, я двумя руками помогал, а басист играет вот именно, ну, с таким, блин, он захватывает, па-па-па, понимаешь, и там он. Я тебе рассказал, когда Оскар Питерсон, я с ним встретился в Торонто, помнишь, который тебе показывал, ты негр? Да. Это, слышишь? Оскар Питерсон, он мне сказал, у тебя, вот я говорю, даже Паул сказал, контрапункт левой руки такой, просто я, мы когда играли с ним, вот этот блюз, да, такой. Вот как басит. Ну, или, допустим, быстро играл. На районе исполнения. Нет, вот нужен контрабас, чтобы ощущение.
А сыграй мне ту вещь, которую ты говоришь, ты выучил по YouTube, там быстренько там все мелодии. Что за красивая мелодия, говоришь, какая-то. Вот она. Как она называется? Ты в моем сентябре. Ты в моем сентябре? Сейчас я вспомню. И каждый, слушай, вот эта хреновина, да, и каждый инструмент свой был. И он, кажется, круто, ну этот, когда мне, он говорит, этот, но же понимают люди-то. Вот как ты, да, вот он сидит, все же врубается, даже если не понимает что-то, да. Не видит, что это круто. Это я сейчас по-моему вспоминал. Скажи, круто. Круто.